когда я тренировался, понимаете, у меня тренер советской закалки такой, прям. Такой прям советской закалки, Николай Федорович Сердюк. Вот. Вот. Он нам никогда не разрешал воду пить во время тренировки. У нас всегда вот. Тренировка началась, тренировка закончилась, потом пьем. Вот, понимаете, во время тренировки ты от жажды. Но пить нельзя. Умереть можно, но пить нельзя. Нет, сейчас, конечно, к этому мы относимся более проще и более важно. Все равно во время тренировки ты потеешь, ты много бегаешь, и ты много питательных вещей выходит с потом у тебя, получается. И, соответственно, смотрите, ребятишкам я обычно даю 15 минут, они пьют. 15 минут, они пьют. Вот такой питьевой режим. Взрослые, конечно, сами себя чувствуют, наверное, полчаса почувствовали жажду, по мере жажды своей. Взрослые, они пьют так. С ребятишками, конечно, приходится их отправлять, сказать, все, время, посмотрел, 15 минут прошло, там 20 минут прошло, идешь, отправляешь их пить. Они с удовольствием идут, пьют, и после этого еще больше заряжены и еще больше тренируются. Вот так вот. Конечно, мы соблюдаем питьевой режим.